Здравствуйте! Приближаются очередные выходные. Как их можно провести, расскажу вам прямо сейчас. В субботу вся страна отмечает День физкультурника. Наш город не исключение. Так, 12 августа в 10 утра в стрелковом тире «Фортуна» пройдут соревнования по пулевой стрельбе, приуроченные ко Дню физкультурника. Поучаствовать может любой желающий 2005 года рождения и старше. Участникам предстоит выполнить 3 пробных и 10 зачетных выстрелов из пневматической винтовки. Победители получат денежные призы, грамоты и медали. Награждение запланировано на 13 часов. В субботу в 10:30 на площади Воинской Славы начнется регистрация участников велопарада. После формирования колонны в 11:00 велосипедисты стартуют в сторону храма, затем по улице Нефтяников и по прямой до 7-й школы. Там будет организовано торжественное построение, где поздравят спортсменов. В 12:00 на корте 7-й школы начнется регистрация участников велоквеста. Желающим предстоит выполнить 5 заданий. По итогам лучших отметят грамотами. При плохой погоде мероприятие перенесется, а дате и времени сообщим дополнительно. После велопарада на корте 7-й школы начнется конкурсная игровая программа для детей и взрослых. Все желающие смогут поучаствовать в 7 эстафетах, начиная от разминки и заканчивая перетягиванием каната. Лучшие получат грамоты и памятные подарки. Также на корте 7-й школы будут принимать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Попробовать пройти 9 испытаний может любой желающий. Также в это же время интеллектуалы и все неравнодушные к шахматам и шашкам могут поучаствовать в состязаниях. 12 августа в 12:00 на площади Дворца культуры «Нефтяник» состоится общегородская зарядка в рамках реализации программы «Эстафета здоровья». Посвящена она будет также спортивному празднику. Инструктор проведет специальный комплекс упражнений, включающий разминку, растяжку и укрепляющие упражнения на все группы мышц. Жители Губкинского могут обратиться к тренеру за консультацией. Телефон для справок 5-39-98. При хорошей погоде с 16:00 до 22:00 на площади Дворца культуры «Нефтяник» в очередной раз пройдет развлекательная программа «Летняя пора. Танцы до утра». В 4 часа Музей освоения Севера представит яркую развлекательную программу «Игры народов мира». Дети познакомятся с самобытными традициями разных стран – от Франции до Индии, от России до Бразилии, а также поиграют в традиционные игры. Также централизованная библиотечная система проведет акцию «Буккроссинг», а городская больница организует стол ЗОЖ – место для измерения артериального давления и консультирования. С 16:00 на площади Дворца культуры «Нефтяник» пройдет развлекательная конкурсная игровая программа для детей «Спорт здоровья миллионов». В ней примут участие воспитанники театрального коллектива «Праздник». На 18:00 запланирована вечерняя музыкальная программа для взрослых с конкурсами и танцевальными играми. Ведущая Елена Грибовская вместе с солистами подарит жителям города отличное настроение. Для молодежи в 20:00 будет организована дискотечная игровая программа с танцевальным флешмобом и конкурсами. При плохой погоде мероприятия будут перенесены. Кинотеатр «Пандора» приглашает губкинцев посетить премьеру этой недели – кинофильм «Валериан и тысяча планет». В главной роли знаменитая модель Кара Делевинь. События разворачиваются в будущем. Валериан и Лори Ли – космические спецагенты, которые по долгу службы замешаны в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа. Посмотреть новинку можно в субботу и воскресенье в 9:30, 13:50 и 18:20. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения и отличных выходных.